Приглашаю всех посадить деревья. У нас сегодня акция «Посади свое дерево». Поддержите? Да. Пойдемте сажать деревья. Это долг каждого гражданина и города, и России. Посадили дерево – это будущее для всех. В городе Реутов мы делаем очень красивый парк ЖДК. И я вот смотрю, здесь и молодогвардейцы, и юнармейцы, люди с активного долголетия. Весь город приехал помочь. Каждый хочет оставить о себе память. И весной, и осенью высаживаем деревья. Весной акция у нас называется «Лес Победы». Осенью акция называется «Посади свое дерево, наш лес». Сегодня вот в рамках этой акции вы видите огромное количество людей здесь, в сквере ЗДК «Мир». Мы завершаем здесь высадку деревьев. Здесь, только здесь, вот на этой площадке более 200 деревьев мы высаживаем. Это и сосны, и липы, и сирень. Очень важно, чтобы парк, когда разросся, он был такой очень уютный, и жители нас об этом просят. Важно, что сейчас уже здесь достаточно большое количество деревьев. Мы специально распределили таким образом, чтобы они были зонами такими распределены. Где-то хвойная зона, где-то зона с цветущими, да, сиренями. Важно, что и наши компании принимают участие в высадке деревьев. Вот, к примеру, одна из компаний, Well Done называется, они закупили порядка 100 сиреней, и вот сейчас вот этот весь ряд сиреней, которые мы высаживали, это тоже компания приобрела в подарок нашему городу. Приятно, что и жители приходят высаживать, берут лопаты, участвуют, говорят, что вот это мое дерево, значит будут ухаживать и за деревом в том числе. Спасибо организаторам, что дают такую возможность, предоставляют все необходимое. Любой желающий может прийти и реализовать свои возможности. Я живу в этом районе, я постоянно прохожу в этот парк, и мне очень приятно, что этот парк стал чуточку лучше.